Доброе утро. Выходной сегодня. Юра сейчас приедет. Но все-таки надо городить электропосток. Все-таки вот надо загородить, чтобы возле дома был порядок. Ну, сидите целый день. Хотя из-за того, что загорожено всего лишь половина, у вас есть шанс прорваться. Ну, начинайте привыкать. Костя гуляет. Юра уже выехал с города к нам в гости. А чем мы его будем угощать? Скажем, Юра, давай электропосток сделаем и чай дадим. Поэтому будем его угощать шашлыками. У нас есть вот такие крылышки. Мы обожаем вообще мясо на кости. Помните, к нам приезжал гость из Израиля? Он нам привозил финиковый мед. Он говорит, очень вкусно намазывать им любую, ну, мяско, курицу особенно. Поэтому сейчас у нас маринад будет такой. Соевый соус, финиковый мед, лимон, ну и специи. Все, больше ничего не будет. Он сладенький-сладенький. Вот почему он не вытекал. Тут целые финики перемолотые. Она вся жидкость уже вытекла, осталась одна гуща. Угу. А какой цвет это придает куркума нам? Перчика чуть-чуть. Сольки. Соль с чесноком хорошо для мяса. Пользую везде. Это у нас американский такой вот гарлик. Запахло чесноком. Ну. И все. Осталось перемешать, зажарить и съесть. Всего-то. До вечера пускай маринуется. Гости едут. Привет! Здрасте. Здрасте. Привет. Дня у нас. Задача дня. Мы с тобой делаем электропастух. Миланя разжигает кастрик и делает шашлыки. Хорошо. Думал, напугал. Они могут сделать, пока мы... Потому что вот пошли, вот сейчас уйдем в темноте, придем в темноте, я тебе говорю. Но надо сегодня доделать уже все. Вот я, вот сейчас они уже гуляют, видел, не Гриша только вылазит. Угу. Остальные все боятся, даже солидол не вылазит. Так не Гриша не пробовал его еще ни разу. Уже он испытал его. Испытал? Один раз только. Но он не понял, видно. С той стороны, вылазит сейчас с другой стороны. Сейчас он поймет.
Привет. Здорово. Мужу нам шорты одеть. Давно уже пора, я уже 4 дня в шортах. Можно я тебе расскажу прикол? Давай. Антон сейчас едет по дороге на Пинск, говорит, на Пинск еду. Я говорю, так заедь, говорю, петушка, говорю, можешь завести? Говорю, тоже на Пинск, там женщина просила. Говорит, конечно могу, говорит, вместе с петухом же веселее будет ехать. Еще курочку подсадишь. Чай с мятой. Своя мята? Ну, что выросло, ну так резко, вообще резко, ничего не было, ничего не было, бжух, сразу несколько сантиметров. А ты когда назад? К вам? Нет, я тебя не провожаю, просто когда ты будешь ехать назад на Брест? Назад? Сегодня же. Сегодня? Да. Буквально. Только вечером петуха едешь, да? Да, конечно. Ради петуха. Беленький, ты уезжаешь. Извини, так надо. Все нормально. У вас уже дети пошли, зачем вам столько мужиков? Ну, он, мне кажется, главнее был, чем вот этих два, да? Ну, он почему-то больше кукарекал. Ну, как-то да, поэтому и все дети от него. Ну. Но... у нас только один с мохнатыми лапами родился, хотя петухов этих было больше. Все. Наверное, в этом году уже и не будет. Всю дорогу будут кукарекать. Завези с ветерком его. Какой-то он тихий. Сейчас открыть надо, да? Хорошо. Обязательно. Что, все? Спасибо. Счастливо. Все-таки вот сейчас мы посмотрели на тебя в шортах и думаем, мы, наверное, сейчас идем к океану. Идем, наверное, купаться. Кипятильник подогреть только. Пока, спасибо. Все, хорошо, работаю вам. Спасибо, пока. Пошли, Юр. Приступайте. Все, пока. Пока-пока. Поеду. Что, замуровали вас, да? А вот так вот. Отсюда и начнем дальше делать. И это сюда. Значит, сейчас задача. Задача. Я пойду сюда, а вы вот эти две, вот это нормальная. Угу. Эти две выкручиваете, эту можно не это. Ну, щипает, прикинь, даже вот это щипает. Подожди, вот эти две выкручиваем. Угу, верхнюю оставляем. Да, верхнюю оставляем. А вместо этих двух, вот эти две и скотчем их. Меланя, папа кое-что рассказал про тебя, пока вас не было. Так что, посмотри, Валя, на ее лицо камерой. Так что, Меланья, пой. Хутор черничный, оп-оп-оп, крутит интернет, залетает в топ. Такой ты всем родной, доволе обжитой, Дима и его семьей. Ай-яй-яй, еще и козы сынки, ой-ой-ой, овцы как с картинки, ай-яй-яй, собаки, кошки и куры с петухом.
Это кто такую песню написал? Аня Накрёстная придумала. Ничего себе, она тоже, тоже смотрит Черничный хутор? Да. Ничего себе. Ее дочка смотрит. Ага. Ну, передавай привет ей тогда. Красивая песня. Походу нас кушать зовут. Лежат все в тенечке, видишь, хорошо им тут. И не надо возле дома на фундамент гадить. Отмостку. Мне кажется, Смидол так полинял на шее. Ты знаешь, мы его видим каждый день, и то заметили, что он, да, скидывает зимнюю шерсть. Не только на шее, на брюхе, он, наверное, и уже на спине начал. Вот это зимняя шерсть такая рыжая, а так он уже такой немного серый стал. Зинка, ну скажи, ты ж балдёж подсосенький. О, лапки вытянула. Ну, а то сейчас бы подрывала сажалку, да? Балдёж, правда? Пошли, Юра, пусть сидят. Пошли, покушаем. Подожди, а еще он. Макароны, фрикадельки, давно такого не было супа. Ну что это? Короче, вчера мы сделали половину, подправили. И сегодня вторую половину подправили. Угу. Сейчас мы доедаем суп, разжигаем костер. Пока костер горит, мы отключаем электропосту. Эти две половины между собой соединяем. То есть мы же их не могли соединить, потому что одна пикова. Угу. Вот. Еще раз обходим, еще раз проверяем. И если все хорошо, то уже можно косить под низом. Вот что. Да, Юр? Ну, я думаю, где-то еще там пробитие есть. Вчерашних три мы не удалили эти пробития. Еще полчасика проходить. Сегодня еще будет, наверное, три пробития. И тогда уже будет все. Осталось двое. И двое с мохнатыми лапками. Звонили. Сказали, петух уже на новом месте. Доехал, все нормально. Баран тоже доехал, Гоги. Все хорошо. Юр, ну что, пошли опять на гектар, пока погорит костер. Соединим эти две половины. Первый уж в этом году. До этого я не видел. Иди сюда. Первый такой маленький. К сажалке приполз. Куры тебя увидят, съедят. А если бы индюки были, то они бы тебя точно съели бы. Белочка. Ладно, эти овцы, они не соображают, как ты. А тебя, такую разумную козу, закрыли, да? Белка. Вот если все съедите, мы вас выпустим.
выключаем. Ой, я его боюсь. О, и пошли их соединим для половины. Вань, подкидывайте костер, чтоб не потух. Мы уходим далеко, подкидывайте. Вчера в этом месте было у нас пробитие. Перемотаем изоленты еще. Вот вчера мы до этого угла и дошли. Теперь их надо вместе с собой соединить, вчерашнее и сегодняшнее. И должен работать весь электропастух. Соединяем. Оп. И оп. Даже дикий солидол ни разу не попытался сегодня вылезти за день. Ни одного побега у него не было. Неужели он с прошлого года помнит? Же еще маленький был совсем. Только не Гриша с маленькими поросятами пытаются пролезть и все. Неужели все? Можно подключать. Пошли, подключим. До самой земли выедаем, до самой земли. Чтобы можно потом сразу было голубику садить. Все равно где-то пробитие будет. То что, мы сейчас опять по кругу пойдем? Да. На калитке пробивает. Вот здесь где-то на силиконе мелкое пробитие. Выключаю опять. С лентой. Мне уже даже что-то кажется, что изолента надежнее, чем тот силикон. Силикон поставишь, потом плоскогубцами его повредишь и думаешь, что надежно. Что я вижу? Курица с цыплятами вышла наконец-то с этого курятника. Курятник уже был... Два дня подряд мы открывали днем, и они все не выходили, все боялись. Сегодня наконец-то вывела их на травку. На месте 10 штук. Маленьких мы еще не выпускаем, потому что они еще такие съедобные для пчелки. А этих она уже не трогает точно. Когда мы что-нибудь будем уже кушать, кроме редиски? Что там у нас следующее? Не знаю. Цветы. Юра, мне уже надоело включать, выключать. Опять пробитие будет. Ну как калитка? Опять? Где-то там далеко. Тут тихо. Там, вот там. Вот на той стороне забора. Пошли. Я включаю. Ты готов? Да.
Еще бьет. Выключай. Ну пошли, последний круг вокруг гектара и идем делать шашлыки. Все. Ну все, супер. Гектар загорожен наконец-то. С каждым годом все быстрее и быстрее это делаем. Ну, по старым следам. Осталось только покосить и можно пользоваться. Сегодня животные ни разу не вышли из электропастуха. Даже как-то скучновато было возле дома. Ты уже картошку сделала, салат сделала, а на шашлыки даже не положили еще. Пошли, Юр. Ты хоть сыры не ешь? Подкопченные, а такие с виду. Ну. Когда вот такая безветренная, теплая, классная погода, мы еще даже не положили шашлыки, а уже пахло шашлыками, не знаю почему. Или может потому что маринад такой, нет? Может какой-нибудь майонез, да, он пригорал. Видишь, какого они цвета интересного получились? А что они на горелики похожи? Это не горелики, это цвет такой из-за маринада. Он наоборот такой золотой. Ну прикольно. Пошли. Сейчас, сейчас видишь, они внутри не горелые. Зацените маринад. Он от этого такой золотой и немножко подгорает он почему-то сразу. Может финики эти, да? Ну, я думаю, от меда, да. Он так планирует, с пропеллером за спиной. А, он, получается, просто тут приспустился. Он спускается. Спускается? Ага. Да, у него пропеллер. Видишь, как он низко уже? Там человек! Это он уже начал быстрее спускаться, там да? Там человек висит! Там человек висит, папа. Улетел куда-то. А нет. Солнце на закате. Так, цыплята зашли. Спят. Нами летает сюда.
Что он хочет у нас? Что, белка? Уже не за Зинкой ходит, а за мной, смотрите. Дай пожрать. Надо подоить сначала. Сейчас пойдем подоим. Мне кружка, остальное вам. Идем. Парсюки, идите сюда. Вы здесь, пока Зинка не видит. Иди сюда. Дик, отвали. Отвали. На. Зинка, нельзя, тебе говорю. Нельзя. О, как резко живот начинает расти, это пузатый такой. Зинка. Зинка, нельзя. Все? Пока. Спасибо за помощь. Солидол! А ты что, как всегда, в сарае не ночевал, да? Вот солидол одному хорошо. Ему не надо ждать, пока хозяева проснутся. Ну, проснулся, я сразу пошел себе гулять, да? Пошли всех выпустим туда. А где Найда с Диком? Дик, Найда! Дик, а где ты был? Где ты был? Где вы были? Гоги нет, и Злата ночевала сегодня у свиней почему-то. Злата, и как тебе в свинарнике вообще? Это протест твой, что Гоги нет, а буду со свиньями ночевать, да? О, давай ей копыта обрежем. Давай. Мне опять отросли у нее, хотя мы ее перед всей беременностью и обрезали. Сам будет сейчас. Белка, у тебя новый появился, капучино. Сейчас, давай, не переживай, сейчас. Стой, Златка, стой. То ты уже ходить не можешь. Еще 2 месяца ходить, он на таких копытах не сможет. Очень удобно это, да, чистить копыта? Даже не знал, что такое раньше бывает, а теперь без нее жить не могу. О, какой. Чипсы. Не знаю, что они так любят копыта. Пяточки тебе. О, задние еще толстые. Ты ж недавно перед беременностью обрезали. Злата, когда ты успеешь? Ты мало ходишь или что? Как-то растут у тебя копыта, а?
Ну все, до конца беременности доходит. Беги, Злата. Беги. О, беги, все. Уже удобно будет тебе ходить. С тебя минимум тройняшки. А кто поить их будет? Белка. Я уже, ладно, месяца два не буду пить молоко. Пускает, да? У солидола под этими бирками много клещей. Нигде больше нету, как только под этими бирками. Может их снять вообще? Он, видимо, везде может. Иди. У тебя нету клещей. Ну что, пойдем искать Бульку. Она уже поняла, что что-то здесь не то. И уже убежала. Булечка! Я уже машинку достала. Пошли. Булька! Ты все понимаешь, да? Пошли. Выходи, давай. Эту машинку мы заказывали на kslv.by. Очень достойная машинка. Вот уже мы 2 года ей пользуемся, и она ни ножи не затупились, ничего. Очень удобная. Поэтому, если кому-то надо, заказывайте. Она даже человеку подойдет, не только для животного. Такую бы еще машинку для овец, чтобы вот так вот не калечить, снимала так гладенько. Почему такое не сделают? Че идешь? Бензин закончился. А у вас что? Вы уже почти достригли, я только у меня наполовине закончился. У меня еще половину, у меня уже. Я уже подумал,
машинку. Вот такую бы машинку для овец. Ты уже почти постригла, быстрее, чем я. Будочка. А что там за машина подъезжала? Ай, вообще еще раз разозлили меня эта машина. Чего? Подъезжают, здравствуйте, такие, можно вам на экскурсию? Я, получается, смотри, у нас вообще, у меня в голове что? Нам сейчас Ваню везти в город Брест, завтра на день рождения, мы знаем, что сейчас надо сегодня что-то сейчас по максимуму сейчас поделать, по хозяйству ролик снять, потому что 2 дня ничего не снимем, а не на экскурсию. Блин, мне надо сейчас за километр идти с ними. Я говорю, мы экскурсии, говорю, не оказываем. Они такие, а что, нам сказали, там вас кто-то видел в интернете, сказали, что можно сюда приезжать на экскурсию. Я говорю, никаких экскурсий здесь нет, говорю. Ну и знаешь, я как бы, а можно так просто выйти и походить? Я говорю, ну если не боитесь собак, говорю, я не пойду, говорю, сейчас все заняты. Ну то есть как-то так, я даже не знаю, вот дорогие зрители, вот скажите, вот как отвечать? Вот, ну я не знаю даже, вот вроде мы такие вот на видео, вроде всегда гостеприимные, доброжелательные. Ну вот как им надо было ответить? Все кинуть и сказать, да, здесь экскурсия. И таких уже сейчас лето несколько человек в неделю. Может, я в чем-то не прав? Может, нам вообще закинуть тот YouTube и экскурсии принимать? И, кстати, еще выгоднее было бы, чем сейчас на YouTube, все равно денег нет. Мне кажется, с моей стороны это как-то прозвучало. Вот подписчики наши ждут, пока Дима выйдет в эфир, пока что-нибудь снимут. А Дима в этот момент, блин, экскурсии принимает каких-то людей, которые где-то слышали, что тут экскурсии идут. Вань. Я не знаю, что делать. Но я считаю, тут не надо обижаться. Что здесь обижаться? Это наша жизнь. Получается, люди влазят в нашу жизнь. Ну, но кто-то должен по интернету смотреть. Ну, как бы, я не знаю. О чем мы вот вчера человека приняли, а их не принимаем? Потому что он с молотками приехал? Не, ну потому что он за Гоги ехал. Ну потому что он как бы договорился заранее, предупредил, зачем едет. Он просто без звонка, мы же тоже поселились в лесу. Мы поселились сюда не для того, чтобы к нам каждый день ездили гости. Не, да. Ну что, Булька, устала? Мы с тобой зато все закончили. Да? Покажись. Еще вот здесь чуть-чуть. И будет конец. Тихо. Иди. Булька, ну что, довольна? Все, чесануло. Ну все, теперь можно сказать с уверенностью. Наш электропастух к этому сезону готов на 100%. Милости просим. Слышали меня? Все. И вы все? Ага. Ну все, загоняем животных, летим, да? Да. Ой, ну все-таки, друзья, вот напишите в комментариях. Может, ну я понимаю, все хотят попасть на черничный хутор. Может, нам какое-то дело сделать день открытых дверей, когда все могут приехать один день? Потому что, ну как бы, я вот лично, для меня это ненормально, когда незнакомый человек едет в гости без приглашения, без предупреждения. Ну как-то мне... Они что думают, вот эти 250 тысяч человек дурни, а я вот самый умный, пойду вживую посмотрю, пока они по телевизору смотрят. Ну так они получаются, я не понимаю. Поехали. Ну все, поехали. Все, друзья, всем пока, до свидания. Всем пока. Пока-пока. А это те 5 цыплят, которые мы папе дали. Они уже так подросли, такие большие стали. Хохолки повырастали у них большие. Это ж повырастали такие громадные. Не узнать их.